Надо продолжить искать статуэтки, иначе я так никогда не вернусь в этого самого, в Бориса. Так, я застрял. Это значит нужно, а может быть, рестарт нажать. Да. А то у меня там разруха. Так. Слоумо. Прыжок и ломаем машину. Вау. Полетели. Слушай, мужик, тебя не удивляет, что перед тобой упал козел с неба прямо? Ну, раз нет, значит, вот так тебе. С прыжка тебя. Не, я не полечу туда. Этот человечный крик. О, человек. Нет. Да. Полетели. Обожаю взрывать машины, конечно, здесь. Вот чем я занимаюсь, вместо того, чтобы искать нужные мне вещи, я тут вот все, я вот тут вот все крушу, ломаю. Просто Халк какой-то. Откуда он тут? Или это тот, который... Мужик. Тебе не жарко было? Так, забор отстань. Так. О, митингующий, ну-ка. А если в слово-мо? И прыжок. Так. Разгон. Прыжок и первый. Прыжок. На. Да, не получилось. Тут что-то кто-то говорит, да? А я тебе сейчас... Что, против козлов, да? Понял ты, зеленый. Чего вы опять сбежались-то? Я вас сейчас всех в слоумо раскидаю. В прыжке, в моем любимом. Так. Так. И тебя сейчас... А? В этот раз не повезет тебе. Так. Разворот. И, так, идите, ребята, отсюда. Прыжок. Бах. Бах.
красиво я их всех раскидал. И слоумо прыжок. Бадаем. Ну-ка давай. На. Он ничего не слышит, он по телефону говорит. И прыжок. На. Одним ударом двоих. Учитесь, как быть козлом. Так. О, может быть... Этим надо было долететь до... До того робота? Ну-ка, ну-ка. Я помню, тут была еще одна. Где же ты? Вау! Лучше бы так залетел бы к тому роботу самому. Так, а сейчас я где? О, на горках. Нет, я вот на это и хочу. Разгон. Разгон, разгон, разгон. Полетели. Так. Мне нужно достать... Так, я пока тут полежу, подумаю. Так, тут я был. Не то слово. Так, где я? Меня не покидает... Чувство, что я вообще здесь бесцельно хожу. Ну вот опять я пришел на то же самое место. Да, вот мне туда надо. А вот это вот что такое? Do you wish to start a time trail run? Score as many points as possible. Не, не хочу. Тут надо что-то собирать 60 секунд. Я вон лучше сломаю тут. Вон. Так, мне надо... Ой! Козёл, извини. Вставай. Куда мне надо? Как мне попасть вон туда? Туда, в смысле, в тот контейнер, который висит... Который висит.
Так. Может быть, я смогу допрыгнуть. Так. Да, я думал, что я взлечу на воздух. Ну, почти взлетел, да. Но немножко не так, как хотелось бы. Так. То есть, подождите, вот эти вот штуки, они... Ну-ка, попробуем. А, в принципе, может быть, это и возможно. Только сейчас в слоумо сделаю это. Так. Так. Теперь летим. Летим. Так, так, стараюсь. Так, 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 так. И... Ну... Ну... Так, ну-ка. Ну-ка, а это если в слоумо? Так, ладно, мужик, я к тебе вернусь. Еще. Нет, 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 не сюда, ну. А, нет, все сюда. Так. Тут у нас стол со стулом. И я давно хотел боднуть вот этого мужика. На! Иди отсюда. Так. И чё? И что, застрял? В текстурах? А, какие же тут коварные текстуры? Рестарт. Так, ну, по крайней мере, я начал догадываться, как можно добраться до того контейнера. Так, мне туда. Ух ты, человек. На! За забор выкинул. Да, забавно. Так. Так. Да, мне нужно сначала забраться... Вот на этот заборчик. Ведь я же на него как-то забирался. Так. А, о, нормально, забрался. Потом, я помню, пришел сюда, увидел лестницу, да. Ой. Ну да, как же без взрывов. Ладно, слоумо. Прыжок. И... Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Слоумо. Прыжок.
прыжок веры. И полетели. В принципе, наверное, все-таки это реально. И я сейчас стараюсь. Давай. Эй, почти, ну. Это было почти. Так. Мужик, ты меня прости, но тебе здесь не место. Вон он куда улетел. Ну-ка, слоумо. И полетели. Так. Так. Так, ну, это уже почти. Поэтому пробую слоумо. Вот так вот. И... Неужели? Ой-ой-ой, он меня выталкивает. Так, получай. Есть, я получил эту статуэтку. И вы видели, тут робот. Ой, тут меня чуть-чуть прогрузило. Вы видели, тут робот этот защищал свою территорию. Но я все-таки взял эту статуэтку. Статуэтка моя. Ну ладно. Всего-то осталось статуэток у меня. Так, а сколько мне статуэток осталось? А я сейчас посмотрю. А, 18. Ну... Я все ближе к цели. Слоумо, прыжок и бодаем. Ну как-то неинтересно. Ну-ка. Оп. А, тут смотрите. Можно вот с этой кучки. Оп. Ну, я попробовал хотя бы. Опа! Так, ну отлично. Так, теперь нужно сообразить, где бы найти еще одну статуэтку. Так, я думаю, самую сложную статуэтку я забрал. Ой, козел, тут ты чё, разучился бодаться? Чё ты бодаешься и падаешь? Вау, полетели. Так. Разгон, слоумо, прыжок и бодаем. Вау, и летим. Летим.
Я же мог забраться на эту крышу. Кстати, да. Как на нее забраться? Ведь можно же как-то. Ну-ка, тут проход есть. Ну-ка, что если я заберусь туда? Ну, сначала передохнем. Все-таки взяли такую статуэтку. Да, непростую.